Смотрите сегодня в 20.30 в службе новостей «Город». 21, 25 или даже больше 30. Власти и перевозчики никак не могут определиться, сколько должен стоить автобусный билет. Точно только одно. В ближайшее время цену поднимут. Почему на границе очереди? Сколько килограммов мяса можно провести с собой? И какие сосиски не проходят контроль? В свой профессиональный праздник таможенники ответили на самые интересующие вопросы. На улице Красносельской полностью сгорел очередной аварийный дом. Полиция не исключает умышленный поджог. Об этом и не только корреспонденты Первого городского расскажут вам сегодня в 20.30 в службе новостей «Город».